января 2022 года. Официальное празднование Нового года отменено. На Дворцовой площади концерта, каких-то сюрпризов от администрации. Поэтому народ развлекает себя и друг друга сам. Вот, перекрыт Невский проспект от Садовой до Дворцового моста. И народ может спокойно гулять. Перекрыт для машин. На Невском проспекте в основном молодежь. Также автомобили полиции. Это видит. Скорой помощи. С детьми даже, с маленькими. Мы двигаемся в сторону Дворцовой площади. Казанский собор. Очень красивое здание. Подошли к Дворцовой площади. Здесь перекрыто. Пускают только через проверочные такие терминалы. Вход ограничен. Дворцовая площадь огорожена. Пропускают в небольшом количестве людей. Только один вход есть. По периметру поставили заборчики, людей. Ну, ничего не происходит. Официального праздника нет, концертов нет, как обычно. Народ гуляет просто. Заходит, выходит. Ничего такого не происходит. Впечатляющее количество бутылок. Тя-Киевский собор. Так закрыт медный всадник зимой, оказывается, его вообще не видно. Конституционный суд Российской Федерации в Санкт-Петербурге. Закрытый медный всадник. Исаакиевский собор ночью. Необычайно красив.
Thank you.